Это работа с математикой, это работа с теорией вероятности, это анализ, это моделирование каких-то ситуаций, это работа с цифрами. То есть это работа с цифрами, но в моем понимании она более интересна, чем какая-то простая базовая бухгалтерия. То есть, потому что здесь все же какие-то перспективы, здесь какие-то модели как бы развития компании. И иногда нужно подходить более нестандартно. Инвестиционные проекты – это экономические или социальные проекты, основывающиеся на инвестициях. Простыми словами, это любая идея, например, строительство нового завода, для реализации которой привлекаются денежные средства инвесторов инвестиций. Инвестиционные проекты можно разделить на коммерческие, целью которых является получение прибыли, социальные, направленные на решение какой-то социальной проблемы, и экологические, реализация которых улучшает среду обитания. Специалист по работе с инвестиционными проектами – это специалист, который участвует в реализации инвестиционного проекта с самого начала и до конца, владеет наиболее полной информацией о нем и обеспечивает выполнение всех соглашений и обязательств в рамках проекта. Специалист по работе с инвестиционными проектами занимается подготовкой инвестиционного проекта и его реализацией. В число обязанностей специалиста по работе с инвестиционными проектами входит анализ и формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестпроекта, управление эффективностью и рисками проекта и контроль сроков и хода реализации проекта. Любое крупное предприятие, любой крупный бизнес, они планируют расширяться, у них какие-то есть свои задумки, инвестиционные проекты, и очень важно как раз просчитать перспективность этого проекта, надо просчитать окупаемость этого проекта, надо понять, при каких условиях, при каких кредитах, при каких ставках кредитов, как он быстро окупится, посмотреть какие-то альтернативные варианты, чтобы не потерять деньги, потому что ошибка на первоначальном этапе в каких-то расчетах, она может привести в дальнейшем к очень большим, как бы так скажем, потерям. Специалист по работе с инвестиционными проектами может работать в крупных компаниях, банках, торговых холдингах и удаленно как фрилансер. Успешный специалист по работе с инвестиционными проектами должен владеть знаниями в области экономики и юриспруденции, иметь хорошие коммуникативные навыки и обладать аналитическим умом. Естественно, нужно разбираться в финансовом анализе, надо разбираться и в бухгалтерском учете, надо просто разбираться в бизнесе. Если вы готовите какой-то бизнес-проект, то вы должны немножко понимать и о маркетинге, как этот бизнес может как бы развиваться. Условно говоря, это самые широкие знания в экономике. Профессия специалиста по работе с инвестиционными проектами может подойти слабослышащим, слабовидящим и маломобильным гражданам. Специалист по работе с инвестиционными проектами в основном работает в помещении за компьютером. Рабочее место специалиста по работе с инвестиционными проектами должно быть оснащено специальными техническими средствами и программным обеспечением с учетом индивидуальных возможностей работника. Для работы специалистом по работе с инвестиционными проектами необходимо высшее образование бакалавриат, которое вы можете получить в Оренбургском государственном университете, Московском государственном университете имени Ломоносова, Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики, Российском университете Дружбы народов и в других. Более подробную информацию вы можете получить на портале «Инклюзивное образование РФ».